За 2-3 года очищу Алматы от смога, заявляет молодой ученый из Кызылорды Марат Палмахов. А ноу-хау под названием «Оазис» в нашем следующем материале. Изобретатель разработал уникальный агрегат. Он преобразует смог в чистый воздух. Работает круглосуточно. Таким образом, по словам ученого, можно избавить Алматы от вечного смога всего за 2-3 года. Сколько ни сурьбе, можно сказать, даже в мире такого аналога нету. Есть 2-3 аналога прототипов, но они находятся, один из которых башня. Делают как башня и как пылесос. Но он в одном месте только циркулирует. А нет такого, чтобы полностью очищал. Этот агрегат он будет, не будет стоять ни на зиму, он будет работать круглосуточно и круглый год, независимо от климатических условий. И при этом он будет создавать полную очистку воздуха. Вот как эта конструкция работает. Агрегат всасывает смог, проводит очистку и возвращает в атмосферу чистый воздух. Для очистки Алматы нужно в каждом микрорайоне установить по одному такому агрегату. Надо изучить поток воздуха. Достаточно будет на пару микрорайонов установить таких пару агрегатов, и он должен осилить город весь. Будет работать поэтапно. Это первый этап будет состоять, он будет подключаться к крыше дома. Будет перенаправлять на второй этап. Второй этап будет стоять насос, который будет весь этот воздух вытягивать. И третий финальный этап будет система очистки находиться, который город будет воздух вытягивать, чистить и перенаправлять. В том месте, где уже проходит естественная циркуляция воздуха, туда уже будет отправляться чистый воздух, чтобы не загрязнять дальше экологию. Агрегат небольших размеров, работает бесшумно. Сейчас ученый дорабатывает свое детище. Для апробации и дальнейшего продвижения проекта ему необходима поддержка. Аслан Сағындық, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, телеканал Кызылорда.